Ирина Фомина из России. Я вышла на пенсию и стала художником. Сегодня я представляю вам свою картину «Хранитель амбарных запасов». Она написана в стиле сказочный реализм, которому меня научила Надежда Ильина из школы живописи маслом, которую я недавно закончила. Здесь вы видите крыс Кристиан, который хранит запасы от всяких амбаров, чуланов и других хранилищ с продуктами. Он ждет меня домой после длительного путешествия. Он накрыл на стол, нарезал сыр, копченую рыбку, помыл фрукты, на них даже еще остались капельки воды, нацедил домашнего вина и зажег свечку. Это мой добрый друг. Так я представляю себе мою вселенную. Хочу, чтобы и вы ее увидели. Это очень добрый мир, и я стараюсь в своих картинах открывать его для вас.